Модный показ. Все не открыли четырехлапые, опранутые только от кутюр. Шоу хатних живел Кубок чемпиона выбирая не только самого спрытного, але и стыльного. У першине у столицы под одним дахом собралось больше за 1000 кошек и собак. Юлия Чергенец смогла убачить редкие породы и червоные шапочки неверогодных габаритов. Тут у выставочном павильоне Белэкспо разом кошки и собаки. Каля 200 пород усяго из России, Литвы, Латвии, Беларуси и Украины. И они не только самые татуированные, але и экстравагантные. С милированными хвостами и модными начесами. Первый раз за историю шоу господары хвалюются не за худкость лап своих годованцев, а их выгляд. Такие масштабные костюмированные показы – новинка тому, чемпионы шматликих конкурсов сегодня у Дольче & Габбана. Все, что от нее нужно, это не испачкаться перед выставкой непосредственно. Самым же популярным образом, как для собак, так и для кошек, стала червоная шапочка. И опранули каптурок навод зусим не миниатюрные удельники. Вообще в породе встречаются до 13-14 килограмм. Вот данная кошка, если не ошибаюсь, 6-7 весит. Гигантская сярод суродича у Кэсси с породы мейн-кун. Таких редких семьев тут не излечить, тому прийти на выставу можно у мэтах познавальных для знакомства с дивными особливостями выключных пород. Когда-то они жили в китайских монастырях и считались священными, хранителями храмов. Но в прошлом веке подарили парочку при английском дворе. И эта порода уже вот такого типа пошла уже у нас, к нам пришла с запада. Уладальники кубка у сегодня не только красуются, спустились с пьедесталы и обыгрывают один одного у фрисби. За первую половину шоу прошли спортивные споборництвы, модные показы и навод дискотеки живел. Але самое интересное только на переде, а пятой године оберут лепшего чемпиона сирот кошек и собак. Юлия Чергенец, Миколай Рузавин, агентство «Теленовин», Беларусь 1.